Продолжается обновление Наташинского парка. На очереди установка амфитеатра. Совсем скоро фестивали, концерты и праздники будут проходить в самом сердце парка. Появление нового амфитеатра на 100 посадочных мест – один из этапов реновации. Рядом уже работает колесо обозрения и современная детская площадка. Парк, он востребован. Да и на северной стороне ведь количество жителей растет. Каких-то таких мест для прогулок, для отдыха не так много. Поэтому мы стремимся этот парк развивать, удерживать порядок. Я думаю, что он будет с каждым годом хорошать. Рядом с амфитеатром появятся новые лавочки, освещение и свежий газон. На строительной площадке трудятся 20 рабочих. Они монтируют конструкцию зрительного зала и укладывают тротуарную плитку. Все работы подрядчик обещает завершить 5 ноября.